Всем здорово, ребят. Я тут решил поиграть в FFA рандомные. С кольцами, как обычно. Так что... О, Изенгард. Приятного просмотра. Вот вам котик. Жесть. Акала взял гномов сам. На FFA с кольцами. Ох, жесть. Свращенец. Ну сюда. А нет. Все-таки построим. Так, берем кольцо. И сейчас ничего не строим. Ждем, чтобы деньги накопились. И сразу заказываем второй отряд скаутов. Может быть, даже не стоило строить плавильню вторую. Ну ладно. Идем разведаем обстановочку. Прекрасно. Вот отстой. Ладно. Грустно. А он меня увидел, да? Да чок, почему пиздец-то? Боромир нагнет Изин, по идее. Нет, почему, по идее, если он правильно сыграет, то я не выиграю. Ну, посмотрим, что он будет делать. Все, теперь войска больше не строим. Нам нужно закрепиться. У кого-то Саурон. Ух ты. А, не успел. Ага, я понял. Он хочет... Он хочет забрать бабос. Нет, бро, как же так? Обида. Строим тогда. Новый. Мечников сделал. О, хорошо, второй левел есть. Но он не конкурирует за аванпост, но это прям, ну, бас. Халява для меня. Так, стоп. Мы будем... Будем копить на Лурца, по идее, чтобы поймать Боромира. Когда он появится. И за счет этого... Попытаемся хотя бы один отряд призванных челиков убить. Но я сразу думаю про самый плохой вариант развития событий. Ой-ой. Варчантик. Быстрее. Если вы заметили, он бежит ко мне. Пиздец, как же лагает. Как будто 15 FPS только. А, он меня запалил. Сразу Лурца. Ох. Тут бездельников не было. Но мы не заберем. Увы. Второго тролля. Ничего не поделаешь. Мы починим все, что прикажут. Давайте это поставим в пилку. А, там еще один отрядик. Но в целом, один тролль плюс аванпост до сих пор мой. Могло быть хуже. Нужно качнуть левел обязательно. Вот этим челом. Второй левел.
качнем его, к сожалению. Враги наступают! Убейте всех, кто встанет у вас на пути! В опасности! Мы закончим все! Готово! Можно отдохнуть? Вот они, он давил! Ай, обида. Так, лордца чутка качнули, этих уводим. Возможно, стоит барак поставить. Пойдет, пойдет. Отправлю лордца, чтобы он убил призрака. Построю отряд метателей. Обычно никто не будет делать конницу, чтобы быстрее кольцевика сделать. Особенно за Гондарта. Ну, иногда строят конницу, но очень редко. Но так как он как-то нестандартно играет, построим немного копейщиков, хотя бы два отряда, чтобы потом не жалеть. Также мечников. Одну пачку. Ух ты, он очень много войск делает. Вступаем. Цитадельку. Пойдемте-ка заберем этот крип. А, или нет? Нет, нет, нет. Воспользуемся тем, что он отсюда хочет деньги забрать. Обстреляем его, если он, конечно, будет пытаться. Варчант прожил. Напугаю его. Или просто перебью. У меня лидерка сейчас будет. Есть. Хорош. Красавчик, лордс. Так, все, экономим. Кет, удали игру, иди на завод, заебал выигрывать. Иди нахуй. Так, теперь просто ждем. А, стоп, я думал, что тот чел, который орал, желтый, который обчхуй, он против меня. Против меня этот советчик умный. Невероятно. Так. Дед есть. Еще скаутов добавим. Метателей добавим. Заберем сигналку. Хоть кольцо-то подобрал. Да, подобрал. Пусть
Так, где мои драгоценности? Идем сюда. Загрейдим барак. Огненный. Ну ладно, огненный тоже норм пойдет. Установится новый порядок. Следуйте за мной. Торопитесь! Быстро! Торопитесь! Блять. Неловко получилось. Ну хорошо, хоть не убил. В смысле, хорошо, хоть не отбросил. Так. Застрелим, и все будет норм. Если никто не вылетит. Ну ладно, норм. Не боимся его уже. Конечно, сам Бормер может доставить немного неприятностей. У него там неуязвимость есть, да и стан. Он мог бы стан сейчас прожать. Я бы бегал тогда от... Я бы, наверное, не убежал бы от этих мечников. С Руманом. Кикать. Что за нах? Вот же руины. Из-за того, что они поливали в момент, когда он ливнул, эта херня зависла. Потому что мы всех не кикнули. Точнее, не все кикнули. Ну ладно. Он свалил. Ничего не поделаешь. Надо проверить, есть ли здесь кто-либо. Я не уверен, что мне обзора хватит. У нас остается 4 игрока. Если хотя бы один с этой стороны есть, то я, может, останусь. Ладно, давайте пока что время тратить зря не будем. Деда отправим качаться. Так, возьмем это. Возьмем это. Всех героев построим. Построим это и это. Да будет битва. Уходим. Сюда! Саруман будет готов. О, есть! Ух ты! Завизин. Отлично. Значит, не добиваем. Закажем еще одного рабочего. Нужно намутить себе как можно больше лесопилок, прежде чем мы пойдем в атаку. Хотя бы третий левел. Куча дамага будет. Может, потащим его. Зеркала Изина хороши тем, что сравнительно легко убить Сарумана. Любого. Ну, молниеносный, конечно, пищ. Но можно выкрутиться как черт. И не подводить Сарумана. То есть держать его... можно дальше. Главное, чтобы лидерка работала. Тогда молниеносный, конечно же, будет пищи. Ну и плюс он быстрее качается намного. Поэтому если у него молниеносный, то мне неприятно будет. Но все же я думаю, что мы его убьем. Так, поставим сюда цитадельку. Сэкономим чуть-чуть денег, хули там. Апгрейд как раз доделался. Только-только. Хочу арбалетчиков наспамить. И возьму палантир сейчас.
Может, третий как раз дадут. Под палантиром попытаюсь заснайперить Сарумана ему. Третий левел сейчас возьмем на варгах. Здесь нам нужно будет построить больше арбалетчиков. Поставим второй барак. Наше время пришло. Чуть-чуть бабосов. Ух, ни хрена! С третьего левела 85. А на эту я не попал, видимо. О, с третьего левела сотку дает. Какой кайф. Почему я не попал? Я же вроде нормально кинул. Так, Гришу добавим в нашу армию. Может попытаться захалявить. И без копейщиков сыграть. Главное, чтобы арбалетчиков было побольше. Каковы шансы, что он будет конницу строить в таком режиме игры? Ну, он может, конечно. 2 минуты остается. У нас будет это против конницы, если что. Я буду спамить одними арбами. Тогда... еще рабочего добавим метателей в случае чего, чтобы можно было крепость быстро снести. Какая же у меня нубская армия, ни одного копейщика нет. Апгрейд факелов пока делать не буду, потому что очень много из них в расход пойдет. Supply блок случился внезапно. Кажется, палантир он юзал, но это не точно. Нехорошо. Здесь воткну цитадель и построю бараков несколько, чтобы легче было подкрепление подводить. Ну что ж, вперед. Добавлю 5 отрядов метателей. Не буду сразу идти под его крепу, дам ему время на случай, если он еще с кем-то дерется. Не хочется, чтобы он ливал. О, идет, идет. Кажется, огненный у него, да? Огненный. Ну, ништяк. Никто не выстоит против нас. Передумал? Хорошо, что я не поражал его скилл. Блин. Но минус варчант. Несчастье. Ладно. Нужно выцепить его. Это заря нового дикаря. Мы отведаем человека.
видом страх. Вы отведаете человеческой боли. Убили, кажется. Ох, как же больно. Ни черта не вижу. Вроде убили. Все, валим. Этот левел есть, прекрасно. Дайте мне инструменты. А я ведь... Ладно, пора за работу. Тут не корей, Дунланда. Хотя можно и его, наверное, построить. Добавим берсов. Око Саурона следит за вами. Готовьтесь к драке. Дайте мне инструменты. Саруман будет готов. Мне же нажал. Вот построил. Готовы, хозяин. Плохое место. Никто не может противиться белой плаге. Ко мне, мои создания. Потом, потом. А напилки нельзя вроде бы. Очень жаль. Так, давайте пронесем бараки, чтобы было меньше подкреплений. Ты, баллисты с крепости прям сильно душат. Охренеть. Просто куски отрывает. Он начал фокс. Есть. Вовремя я подошел. Блин, ну какого хрена? Я же нажал. Сейчас будет минус Саруман. Придется использовать это для его прокачки. Защищайте меня! Приказ! Назад! Стреляйте по ним! Убейте всех, кто встанет у вас на пути! Убили. Есть! Кольцо у вас! Скорее! Враги! Враги наступают! Кольцо у них! Супер грустно, конечно. Я надеялся, что легко его убью, а в итоге я все потерял. Ладно. Сюда подкрепы. А, так, есть. Арбалетчиков тоже. Этих оставим, отдадим кольцо. Сюда арбалетчиков. Ну чё, может вышки задержат его на пару сек? Он там думает. О, молниеносный. Фак. Ну хотя бы он покоцанный, ладно. Какое-то время не будет лезть ко мне. Денег. Может взять пилки. Осталось там чуть-чуть. Совсем. Зальем опыт. Будете делать, я сойду, не хотите.
Берсов добавляет тоже. И я добавлю берсов. Зафоксил. Слушайте меня. И мой сдохнет. Ну, хотя бы его пачка под раздором. Ударь. Хорош, 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 хорош. Вышечку сюда. Оп-оп. Где волчьи всадники? Ага, волчьи всадники здесь. Приятно. Кольцо своровал. Я заберу. Так. Приятно. Сделаем две кузницы. Добавим берсов. Принесем ему часть эки. Он снова добавил баллисты на крепу. Приятно. Он умрет, к сожалению. Может, от баллисты отлетел. Вообще сложно как-то. Так. Грейдим это, грейдим это. Отваливаем. Сюда цитадель для подхила. Эту цитадель загрейдим. Так, давайте-ка щитовиков достроим. Копейщиков достроим. Поставим сюда бомжатни. Пилочку. Бомжатню. Так, это загрейдили. Это. Скидку. Так. Отправим лурцев с Румана, пускай они весело проведут праздники. Этих домой. У нас много дел. Победа близко. Теперь у нас есть толпы никакие. Готовы, хозяин. Отлично, лучше начеку. Молниями пахнул. Неприятно. Не думал, что он так далеко достанет. Подхилимся слегка. Лурдс два кольца, что ли, поднял? Блин. Вот это печально. Ладно, ту не буду грейдить.
Делаем это. И еще ингрейд. Надеюсь, у него нет второй крепости. Это будет неловко. Хочу себе эти балики. Да ну... Ну вы видели? Ну вы это видели? Что? Не понял, я же нажимал на кольцо. Они нос не круто. Подойдем ближе. Ой-ой, неприятно. Баф на броню их не спас. Строим новых. Кайф. Мне не кайф. Боссов. У меня уже нет места для лесопилок. Так, он хотя бы исцелился немного. Наверное, надо делать балики свои. Нет, не буду юзать. Пригодится. Так, он там засел. Значит, второй крепы нет. Но скоро откатится. Поэтому мы две пачки сейчас отправим. Этих всех к нему в тыл. Тут минута остается. Надеюсь, на меня не нападут. Эта пачка пойдет с этой стороны. Вот этим дадим ворчан. Еще одна крепа, офигеть.
Блин, меня очень сильно беспокоит стена. Я вроде пробил ему половину базы, но если сейчас нападут, вроде не должны. Если нападут, я точно проиграю. Чуть-чуть отступим. Теперь ему некуда использовать эти молнии, собственно. Пару вышек вот к ним, чтобы хоть какая-то минимальная защита была. Так, балики, балики. О, молнии пошли. Он даже не попал толком ни в кого. Прекрасно. Мы сейчас ему эту крепость несем. Он вторую крепость строит, чтобы два раза молниями можно было стрелять. Сюда вышку. Так, пронесем крепу. А хотя мы и так можем ее пронести. Орел. Охренеть. О, хорош, хорош. А где он? А, вон он. Залп, пожалуйста. И рабочий. Ух ты ж, ёб твою же ж. Ай. Нет, валить. Пипец, конечно. Поймали. Блин, обидно, обидно. У меня одно кольцо есть. Но он не вовремя пришел. Так, а это не он? Или... Он сам остался. Я думал, что это беженец какой-то крепо построил. А тут по-другому все получается. У него столько бабла, что он новые крепости ставит. Обидно. Так, нужно сделать этот апгрейд. Я бы мину ему кинул. Так даже не знаю, что делать. Давайте армию. И Эники, Бенники. Там кольцо. Значит, здесь его база. Да. Твою мать, я промазал. Или нет? Ой-ой. Что, неприятно?
воины достойны нам! Отходите! Пиздец. Какая же грусть. Мне нужен мой кольцевик. Без него жопа. Потеря всего. Пипец. Не, походу это поражение. Я уже не успею толком ничего построить. Назад. Блин, погоди, Грейджины не палят инвиз? Обида. Супер обида. Пиздец. Больно. Но я успел хотя бы. Нет. Забавно, орел, который упал на голову, помог ему меня продамажить. Еще один, блядь. А, черт. Может, мне не надо было драться с этим Изенгардом? Какая грусть. Это не победить. Я даже не знаю, что делать. Надо было перехватывать бы вот это вот, если бы я не потерял всю пачку в самом начале. Близко.
Торопитесь! Арбалетчики готовы к бою! Боевой ты достойный! Ко мне, мои создания! Вступайте же! Выступаем! Мы воины! Ура! Ризенгард победит! Теперь у нас есть урки-копейщики! Вперед! Ко мне, мои создания! Победа близко! Ничто не встанет на моем пути! Найди ко мне концов! Ой-ой. Еще одна 25-ка. Отбросили его, что ли? Не, это ГГ. Да, отбросили. Понятно. Последняя попытка. Но я сомневаюсь, что мы можем его убить. А, мы даже не сможем. ГГ. Ну что ж, вот такая вот ФФАшка. Надеюсь, вам понравилось. Старался как мог, но Изин меня задушил. Берегите себя. ББ.